Как у Даника в саду. Тут его имя не фокусирует. Карточку надо прилаживать сюда. А здесь такой домофон. Вот его группа. Нажимаешь и говоришь название. И они в камеру смотрят, кто это. Система в Польше. Поделки, стенды прикольные такие. Вот тоже вся стена в поделках. Здесь на выходе тоже такой стенд. Вот здесь тоже я видела, можно подходить и рисовать. Любой ребенок может подойти и нарисовать сюда свой рисунок. Такое фойе в саду. Короче, Даник себе не изменяет в Беларуси и в Польше. Он носит домой рисунки, да, сынок? Покажи, что ты нарисовал. Да. Всегда несет домой рисунок. Это я вас хватила. Покажи. О, класс. Потому что нопы бабчатики так пливают. И я вас хватила. Ну, здорово. Молодец. И домой забрал, да? Да раскрашивать. Да? Да. Даник рассказал сегодня, что в саду, получается, их объединили в конце дня и перевели там в другую группу. Я его забирала с другой группы. И он сказал, что там был мальчик Тимофей, и он с ним игрался, он такой довольный. Они поговорили о русских мультиках, о русскоязычных. О персонажах. Вот. Жалко, что мы не попали в ту группу, где вот мальчик этот. Ну, будем хотя бы видеться, вот когда они будут их объединять. Короче, он довольный. Даник рассказывает. Показал нам на сайте свою группу. Показывает, где сидит. Вот здесь ты сидишь, да? А что вы там еще в группе делаете? А чего там колонеты? Потому что просто нет. Мама. Ну, это же фотография. Почему-то это же не видео. И где вы играете в основном? Даня, где вы играете? Не знаю. Ну, покажи пальчик. А! Играете. А кушаете тут. Где? Кушаете. Вот тут. За столами, да? Да. А здесь занимаете? А у тебя есть своя полочка? А тут занимаемся. А полочка своя есть у тебя? Нет. Там, где вот желтая, красная, зеленая? Да. Вот, что-то здесь желтенькое? Да. Да. Угу. Ну вот, через сайт рассмотрели группу. А вот это тоже полочки? Нет. Батарея. Нет. Батарея. А, это батарея. А вот это туалет. А, это туалет. Это выход на коридор. Где? А, там выход на коридор. А вот там пани сидит, да? Здорово. Ну, что есть, Валя? Какие занятия были? Во что играли? Расскажи, у него, оказывается, в группе есть мальчик, да? Угу. Как его зовут? Мопьян. Да. Мы еще старше хотели на войску не просто так. А на киночатом там были... Там были дети, мама и папа. И они там хотели в тюрьмах.
В чё? Почему? Почему? Так я не поняла, а какой кинотеатр вас водили? По улице дошли, шли, в кинотеатре были? Вы сегодня ходили в кинотеатр? Ну да. По дороге мне, главное, не рассказывала этого. Ничего себе. Вам, а что там вам показывали? А ты знаешь, мы кинотеатр. Обалдеть, классно. А тебе понравилось? Не знаю. Вот там, наверное, водителям точно. Еще мне Даник рассказывал, что они в саду не чистят зубки, нет? Нет, не чистят. И не спят, да? В саду не спите, у вас даже кровати нет, да? Угу. А какую еду дают? Вкусную? Вкусную. Что давали? Там почти макароны. Начал побывать чай. И все. Фрукты, да? Фрукты. И капуста, яблоко, киви, банан. Ну. А расскажи, как вы в саду бутерброды делаете сами? Мы берем булки и намачиваем маслом и кучером. А чем вы намазываете масло? Ножиком или ножичком? Ножиком. Чайчиком. Детским ножиком сами, да? Намазываете маслице, да? А сыр ложите? И кружечным? А сыр... Кружечным. Ну, детским. Не и кружечным, и кружечным, только детским. Да. И сыр ложите? Ну, нет. Просто масло и хлеб, да? Угу. Потом, наверное. Потом. Угу. Так ты с Тимофеем подружился, да? Ну да. А в саду дети добрые? Ну да. Никто не обижает? Не обижает. Обижает. А расскажи, как ты мне рассказывал, что дети, наоборот, тебя обнимают, да? И щекотят? Угу. Тимофей так делает. Да. Ну все вообще дети добрые? Ну да. К тебе хорошо относятся? Да. А воспитатель? Воспитатель.